Слушай, я быстренько там с каком-то скажу. Можешь, окей? Кать, ты чего? Ты 100 лет хотела. Потерплю. Алло, Карина, слушай, приезжай срочно. Я так в туалет хочу. Ну, к Мухаммеду постоянно тёлки липнут. Ага, жду. Ого, привет. Иди быстро. Подождите. Вот сучка! Не помню! Или нельзя? Пошли. Да, пошли. В туалет со мной пойдешь. Я тебя здесь одного не оставлю. Кать, слушай, мне тут надо уйти пораньше, ты меня не прикроешь. Да не вопрос, конечно. Иди. Я тебя прикрою, да. Владимир Николаевич, а вот ваш второй заместитель ушла с работы на 3 часа раньше. Без объективной причины. Блин, почему опять пахнет перегаром? Кать! Ты что, бухала? Нет, не бухала. Кать, ты нас всех заразишь. Может быть, домой пойдешь? Как я могу пойти домой? Мне столько работы. Я если больничный возьму, я без зарплаты нафиг останусь. Пардон? Здравствуйте. Здравствуйте. Антон. Да. Расскажи девушке все, что ты мне рекомендовал сегодня утром. Девушка должна делать маникюр, педикюр, прическу себе хорошую должна делать. В общем, должна что делать? Быть красивой. Ага. В общем, девушка, вы поняли, да? Мне сегодня все эти услуги полностью нужны. Все делаем в лучшем виде. Вам все понравилось? Я просто в восторге. Я теперь к вам каждый день буду ходить. Да, любимый? Это на счастье. Карин, вот объясни, почему мы все время собираемся у тебя дома, смотрим в это окно и никогда не ходим гулять? Я в Москве не гуляю. Почему? Потому что я выхожу на улицу и сразу они. Кто они? Ну они! Да кто они-то? Ну эти самые. Слушай, не придумывай, пошли гулять. Ну вот, я же говорила. Украдет и позовет тебя темная ночь, и у жизни без меня я тебя отнимаю. Я 10-й сезон «Игры престолов» скачал. Пошли посмотрим. Ага. Кать. Я зашел в твой любимый бутик и прикупил тебе парочку платьев. Ага. Смотри, кого я купил. Ну, Кать! Ага. 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 Во имя нашей любви. Знаешь, я его случайно уронил в унитаз, и он больше не работает. Но так будет лучше, поверь. Мы будем больше общаться с тобой. Понимаешь, я как бы уже вот под влиянием и так подошла. И так подошла. Нет, ему даже неинтересно, какие у меня там дальше будут отношения с ним. Полетели в Милан, назови сумочка, она единственная в своей коллекции, знаешь, сколько она стоит? $100,000, ты хочешь сказать, что нет таких цен? Нет, есть, хорошо, вот перед этим колечко. Знаешь, как такая? Просто много! Просто много! Причем, ты знаешь, а мне мама говорила, что вот в этот суп оливковое масло не добавляют. А суп, тем более, ты знаешь, это вообще
очень ужасно время. В тексте водичка задерживается в животике. Вам предлагает найти света. В Италии покупала, да. Слушайте, такой классный пальто. Можно я попрошу праздник, пожалуйста, зато свидание мне очень. Я вообще-то еще рубашку не вернула. Ну что, она же мне. Я тебе потом отдам обязательно. Можно я пальто только возьму? И собачку свою возьму. Короче, нам будет вообще очень весело с тобой. Мой парень Витя. Очень приятно познакомиться. А знаете, один милый Что? Ты не очень нужен. У меня столько новостей, но мне не с кем их обсудить. Что, опять? А как же Таня? Мы поругались. А Света? И со Светой поругались. Что, и Маша, что ли, тоже? Ну я же у нее тебя и увела. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Ладно, но только в последний раз. Ну чё, шлюшка моя, рассказывай, что у тебя произошло? Такая срочность, конечно, все дела бросила, сразу прибежал. А я болела, если ты. Кать, прикинь, Роскомнадзор запретил WhatsApp, и сегодня его закрыли. WhatsApp закрыли? Ой, да ну и фиг с ним, господи, есть же этот, как его, Viber. Во, там еще стикеры всякие прикольные. Ну, вообще не страшно. Кать, ты слышала новости? Какие? Роскомнадзор запретил Telegram, и сегодня его закрывают. Что же нам теперь всем делать? Ну все? Мы все умрем! Пушечки закрыли Telegram, это же хуже зомби-апокалипсиса. Это потеря просто вселенских масштабов. Это же все чаты, все контакты, секретные чаты. И стикеры. Мои любимые стикеры. Надо срочно идти на Красную площадь и устраивать митинг. Какого хрена они закрывают наш Телеграм? Это что, опять придется пользоваться WhatsApp'ом? Или хуже того, Вайбером? Спокойствие, только спокойствие. Но ведь ничего же страшного. Не произошло, всего лишь закрыли Телеграм. Кать, что грустная-то такая? Да мама звонила. Рассказывала, что дочь ее подруги замуж вышла. А, ну это фигня, что расстраиваться? Ну, то есть я тебя правильно понимаю, да? Ты мне предложение делать не собираешься. Видишь этот палец? Да он просто идеален. Он просто создан для того, чтобы на него одели крутейшее, дорогущее, бриллиантовое, обручальное кольцо. А годы-то, между прочим, идут. И я не молодею. Ну, этот аргумент вообще не в твою пользу. Козел! Знать судьба такая, эх, одно скитаться. Все, я поняла. Я все решила. Я от тебя ухожу. А вот мама меня предупреждала, она мне прям так и говорила. Он говорит, Катя, козерог. Козерог? Это знак зодиака. Ты знаешь, тебе идеально подходит твой знак зодиака. Козелина. Так, ну вот нафига я все это затеяла? Я же замуж-то не хочу. Я же еще молодая, мне рано пока. Котенька, не бери в голову, это я так, у меня ПМС. Я фигни там тебе наговорила. Антоя, слушай, я приготовила домашний паштет. Попробуй, как тебе? Блин, на вкус как кошачье говно. Что же ей ответить? Что же ей ответить? Что же ей ответить? Знаешь, очень вкусно, это лучшее, что пробовал в своей жизни. Антон, слушай, мне мама позвонила, предложила выходные провести у нее на даче. Ты со мной поедешь или у тебя планы какие-то есть? Блин, встретиться с друзьями или поехать к ее неадекватной мамаше? Да, конечно, к твоей маме, у нее такой вкусный борщ. Какие друзья? Антон, слушай, мне нужен твой совет. Я тут новую помаду купила, смотри, как тебе цвет, мне идет? Блин, я же дальтоник, что же ей ответить, что же ей ответить, что же ей ответить? Очень идет, любимая, тебе так подходит к твоим глазам. Антон, слушай, смотри, вот представь чисто гипотетически, да? А вот перед тобой стояла я и Анджелина Джоли, и ты мог бы выбрать, с кем встречаться, то есть любой из нас. А кого бы ты выбрал? Кого бы я выбрал? Да, конечно же, Анджелину Джоли. Да, конечно, Анджелину Джоли. В смысле, Анджелину Джоли? А ты будешь подвывать, Анджелина? Да, ладно. Я открываю мир простых мужчин. Мы не знали друг друга. И не узнаем. Да почему? Инфаркт. Да это лето мы болтали по свету. Болтали по свету, блядь. Сука. Это заразно. Мы любили друг друга.
мы любили, не, мы не знали. Мы не знали, что мы любили. Я так дошла.